Сегодня отличный денек, довольно-таки прохладно. Я на самом деле еду на рыбалку, но увидев старую дорожку, решил чуть-чуть копнуть. И дорожка действительно оказалась старая, самое главное, она песчаная. А значит, находочки здесь будут чистенькие. Сейчас я ее отмою, посмотрим. Просто идеальнейший сохран. 2 копейки 1899 года. Как новенькая. Классно. Интересно. Вторым сюрпризом на этой интересной дороге является более интересная находка, которую я вообще не ожидал увидеть. И это, если не ошибаюсь, знак отличия военного летчика какого-то. Скорее всего, может быть, даже штурманский знак. Вот такой вот в песчане интересный сохран. Немножко гнутый, конечно, но находочка просто потрясающая. Даже эмаль кое-где сохранилась. Эх, вещь. Ладно, посмотрим, что дальше будет на этой дорожке. Следующая находка несерьезная, но интересна она тем, что это американская гильза. 22-й Hornet. Вот такая вот интересная гильза. Оставим ее, наверное, будущим копателям. Вот такая вот у нас рось. И мне попалась вот такая вот толстостенная конинка. Чистенькая. Как новенькая. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Вот оттуда войско тугарское идет. А в моем городе, кажется, уже дожди. И у меня вот такая вот гнутая. Гнутые. Так, а что это такое? Две копейки, ладно. Одна копейка. Одна копейка. Такс. Одна копейка. 1829 год. Ох, как ее временем погнуло. Жаль. Жаль. Ну ничего, отрихтуем. Монетка. Вообще, выкопал случайно, потому что амплитуда была очень ровной и красивой. Вообще, сигнальчик был пробочный. Шестьдесят. Вот так пробка. Сейчас я ее протру и посмотрим, что это за пробка. Пока что я через свою маску вообще ничего не вижу. Так, ладно. Сохранность просто убийственная. Альбомный вариант. 1897 год. Одна копейка. Немножечко погнуто, но все профили на месте. Вау! Просто потрясающе! Вот эта рось у нас широкая! Так, отличненько! Вот в такой тьме таракани обнаружилось колечко. Скорее всего, конина. Но я их не собираю, поэтому оставлю будущим кладоискателям.
Ладно, не буду мешать засаде. Как приятно все-таки быть первым. И вот такая вот довольно-таки старая, в отличном состоянии пуговица попалась. К сожалению, без опознавательных знаков, простенькая, но офигенно медная. Ладно, кладем баночку. Да, богатый у нас Русь. И у меня наконец-то интересненькая находочка. Вот такой вот мужской перстень. Естественно, в дорожном варианте гнутый, но так как в песке в отличном состоянии. И надпись либо SM, либо просто M. Миша, ха-ха, наверное, потерял перстень. Расстроился, поди. Хороший перстенек. Красивый. Такое здесь жуткое место. Скорее всего, попала молния в березу. Так как выгорело только основание у корней. И у меня был пробочный сигнальчик. Но под пробочкой оказались 5 копеек. 1981 года. Как всегда, в песочке просто отличненькое. Вот думаю, где же все-таки советское золото? И наконец-то советское золото. 1936 год, 3 копейки, как новенькое в обочине. Вот так вот. Красавица какая. Люблю такие желтенькие монетки. Ах, советское золото. И вот напротив горелых березочек. 3 копейки советские, 1977 года. Вот так вот. Хорошенькая, но чуть-чуть гнутенькая. Пойдет. Истоптанный в хлам 2 копейки, 1949 год. Да, состояние непонятное для этих мест. Вот все хорошо у нас на Руси. Меня, конечно, просили не ругаться матом. Но с алкоголем у нас не дружат. Точнее, чересчур дружат.